Всем привет, друзья! В данном видео я вам расскажу, как сделать вот такие красивые субтитры на вашем телефоне Android. Итак, понадобятся они нам для нашего ТикТока, Инстаграма, шортсов на Ютубе. Вы, наверное, не раз уже видели в ТикТоке такие субтитры на роликах. И давайте я вам покажу, как это сделать очень быстро и просто. Многие показывают, как это сделать в CapCut, но мне это не нравится, программа, потому что там она не поддерживается на некоторых телефонах, в некоторых странах, и она не поддерживает некоторые языки, например, украинский она точно не поддерживает, поэтому именно для телефона Android я выбрал такое приложение, как VoiceCell. Скачать его можно просто с Play Market, заходите, вбиваете VoiceCell, вот так оно выглядит, давайте его запустим. Вот мы его запускаем, у меня тут уже для теста несколько видеороликов есть. И чтобы показать вам, как оно работает, давайте сейчас сделаю еще один. Так, для того, чтобы нам нанести субтитры на наше уже записанное видео, запомните, записанное, у вас уже должно быть готовое видео на телефоне записанное, просто мы сейчас добавим субтитры для того, чтобы выложить видео в свои соцсети. Значит, нажимаем на плюсик и выбираем добавить субтитры. Для того, чтобы добавить субтитры, нам нужно выбрать, соответственно, видео, к которому мы хотим добавить субтитры. Давайте я это возьму. Выберу язык, который мне нужно будет для субтитров. Значит, запомните, язык автоматом, оно не выбирает или выбирает плохо. Поэтому мы должны добавить язык сами. Значит, у меня русский язык. Вот где офлайн языки, я выбираю русский. Но дело в том, что я уже его загрузил. Вы, если вы первый раз пользуетесь данным приложением, то вам нужно его будет загрузить самим. Нажимаете «Получить больше языков» и здесь выбираете язык, который вам надо. Основные те, которыми пользуются, это французский, немецкий, английский, русский, украинский, здесь есть. Если вам какой-то нужен другой будет язык, которых нет в этом списке, то придется за него заплатить, но я не думаю, что он вам нужен, потому что основные здесь есть в бесплатном доступе. Значит, скачиваем язык, выбираем язык для своего ролика, русский. И у нас пошли добавляться автоматические субтитры. Все, вот таким образом у нас теперь выглядит ролик. Это все нужно будет подкорректировать. Ну, то есть понятно, что автоматом здесь слова не все распознаются. Для того, чтобы корректировать слова, запомните, нужно откорректировать их вот здесь. Вот. Мы нажимаем, выбираем «Редактировать слово». И редактируем его. Добавляем там запятые или удаляем слово. В общем, редактор вот здесь, внизу. Запомни. Если мы хотим сделать какой-то эффект для наших субтитров, то нажимаем непосредственно на строчку. И вот тут в правом верхнем углу нажимаем вот на такую штуку. Так. И здесь уже, я думаю, вы разберетесь. Здесь можно редактировать, выбирать цвет текста, выбирать положение. Перетаскивать куда хотите, выбирать размер текста, маленький, большой, положение. Если мы перейдем во вкладку «Текст», то можем выбрать тут цвет, шрифт. Вот такой, И здесь выбрать цвет, например, красный. После того, как настроили непосредственно сам вид вашего текста, отредактировали его, нажимаете «Применить». Нажимаете «Готово». Все, у нас сам формат текста настроенный. Можете прослушать еще раз ролик и посмотреть, как он будет выглядеть с вашими субтитрами. Если все понравилось, то нажимаем на дискетку и сохраняем. Все, у нас пошло рендериться. После того, как закончится обработка, видео автоматом загрузится в галерею. И вы его можете прослушать, либо сразу же поделиться им в Телеграме, в ТикТок добавить и все прочее. Тут ничего сложного нет, программа намного проще, чем непосредственно сам CapCut, от которого сейчас многие отказываются. Все, как видите, видео закончило рендериться. Теперь для того, чтобы его прослушать и посмотреть, можно нажать на кнопку Play. Для того, чтобы им поделиться, можно нажать вот на такую вот три точечки. А на этом все, дорогие друзья. Надеюсь, видео было для вас полезным. Не забудьте поставить ему лайк и подписаться на мой канал. Будет еще много интересного. Всем удачи, всем пока.